Представляю вам Анну Ефимович и Валерия Рыкова в романсе из спектакля «Юнона и Авось». Поехали! Ваше сиятельство, ежели материальные затруднения окажутся единственной преградой на пути к американскому континенту, готов буду приобрести на собственные средства две шхуны на Санкт-Петербургской верфи и, придав им соответственные наименования «Юнона» и «Авось», преисполнен буду решимости в начале лета 1806 года пуститься в плавание к берегам Нового Света. Да будет Россия крылата парусами! Никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь. Заслонивший тебя от простуды, я подумаю, Боже Всевышний, я тебя никогда никогда не забуду, я тебя никогда не увижу. Не мигая, слезятся от ветра безнадежные карие вишни, возвращаться облака. Тебя никогда не увижу. Возвращаться плохая примета. Я тебя никогда не увижу. Любви. И дай нам Бог каждому не познать, что это такое.